В воскресенье к местам боевого слаживания отправились мобилизованные офицеры из Нефтекамска и Краснокамского района. Проводить их к военкомату пришли родные, близкие и друзья. К офицерам со словами напутствия обратились главы города и района, депутаты и священнослужители. Мы видим, что перед нами стоят офицеры, целеустремленные. На вас смотрят кадеты. На вас смотрим все мы с надеждой, что вы вернетесь. Будем молиться, чтобы вы вернулись домой живыми, целыми, невредимыми. Группа компании «Ягуар» тоже много ребят ушло, и офицеров ушло. Мы взяли под контроль каждого человека. Поэтому, пожалуйста, оставьте все свои данные в военкомат. Мы также будем помогать вашим близким, родственникам. Ждем вас на родной нефтекамской земле. Добрый путь. Все мобилизованные перед отправкой были снабжены всем необходимым. Теперь на их плечах, как офицеров, будет лежать ответственность за жизнь и здоровье веренных им сослуживцев.